день на итальянской автостраде солнца. Ренато! Я умерла. Так решили врачи. Сложные переломы и кома. Осторожно! Это был приговор. И поэтому они сделали для меня единственное, что могли. Вызвали родных. Как Анна? Со мной в машине была женщина. Что? Посмотри там. Принеси носилки. Она будет жить? Пульс слабый. Эта женщина потеряла слишком много крови. Мама мия, сапете ки. Вы знаете, кто это? Это же она. Attenzione, fate piano. Сколько это может продлиться? Кто знает? Может, день. Может, месяц. А может, всю жизнь. Вызовите родных. Сейчас она далеко, но с ней необходимо разговаривать. Это нужно. За что? Спикнев, что нам делать? Ночь вешает занавес тумана на танцующих эвридик. Аню, уж нигде тебя не опущу. Я тебя больше никогда не оставлю. Нигде? Никогда. Thank you.
3, 4. Па-па-па. Ровно. Ровно. Ну что есть, панове? Ну что такое, господа? 2, 3. 2, 3. Марек, Марек. Марек. Радушней жмеешь. Марек, улыбайся. Ну так. Так, так. Ну можно, можно? Можно ведь. Эй, 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 усмей. Улыбка. Но... Ха! Можно? А можно два, ведь? 2, 3, 4. 2, 3, 4. Шапку поправь. Шапку поправь. Стоп! Стоп. А где четвертая? А где четвертая? Нога ее болит. У нее болит нога. Нога? Нога. 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 А мне тоже. У меня боли, тоже нога болит. И что? Кого еще что-то болит? У кого еще что болит? А может, ренце, голова, около? Может, руки, голова, хвост? А может, одразу всех вас повысылать? Может, всех вас отправить в санаторий? Простите, я уже здесь. Появилась. Появилась. Чудесно. Появилась наша королева. Чего поди себе жить? Чего изволите, княгиня? Храбино. Княгиня. Храбино! Распустились бочки. Прошу прощения, это больше не повторится. В провинцию! В провинцию! В дом культуры, а не сюда. Что это такое? Что это такое, черт возьми? На провинцию только с вами. Ну что? Репетируем. Увага! Внимание! Начинаем еще раз. Так есть, я еще не прав. Да, мой господин. Ух, какая. Уважай, уважай. Смотри мне. Чинкую. Спасибо. Перестань, просто изгонь. Да перестань, это пустяки. Идешь? А если будут офицеры, шампанское тоже не идешь? Ты же знаешь, я должна... Должна. А то будет рано встать. И к тому же завтра рано вставать. Перестал? Знаешь что? Ты зануда. Зануда. Ну, не кадиллак. Конечно, не кадиллак. Добро. Хорошо, я полетела. Пока. Самой прекрасной звезде, осветившей наш щецинник. Поехали. Да, моя госпожа. А как ваша подруга? Моя подруга – монахиня. Алло. Кто мувит? Да, кто это? Прошу мувить. Говорите. Алло. Алло. День добрый. Здравствуйте. Прошу, чи могу я вам попросить? Простите, могу я попросить Збігнєва? Немного в дому. А его нет дома. А где-то бенджи? А когда он будет? А властелин с кем разговариваем? А, собственно говоря, кто это? Кто вы? Я. Я? Знакома. Знакомая?
Знакомая? Знакомая? А я искам его нарочёную. А это его невеста. И будьте добры, пожалуйста, не звоните сюда больше. Забудьте этот номер. Добро. Хорошо. Попрошу, до свидания. Простите. До свидания. Синхронно. Анелла вспаняла. Анелла замечательно. А что ты робишь? Что ты робишь? Ну что ты делаешь? Что ты делаешь? Герман! Герман! Стоп! Герман, стоп! Стоп! Мужчина, что сделать так? Нужно делать это так. Сакура! Сакура! Тра-ла-ла-ла, ла-ла-ла. Разумеешь? Понимаешь? А что ты еще так смеешься? Чего ты смеешься? А может, сам выйдешь и уставишь этот номер? Может, ты сам выйдешь и поставишь этот номер? Нет? Нет. А то так вообще не мышлявы. Ты лепей уважай. Я так и думал. Смотри мне. Анелла. Анелла. Покажи. Покажи ей. Покажи. Сакура, сакура, я йоги. За это właśnie cię kocham. За это я тебя люблю. А ты, Герман, jesteś jak... А ты, Герман... Jak wieża Eiffla. Как Эйфелева башня. Увага, начинаем еще раз. Внимание, начинаем еще раз. Нет, 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 минуточку. Аня сама. Аня сама. И? Сакура, сакура, я ее имя сэрова. Ну что? Аня. Аня. О что ходи? Что такое? Могу. Я не могу. Чего не можешь? Почему не можешь? Неправда. Нет, правда. Нет. Я не хочу. Выйдите все! Выйдите все. Сейчас же. Прерва! Перерыв. Хотелось мне что-то сказать. Ты хотела мне что-то сказать? Я тебя слушаю. Но о что ходи? На милость. Ну что такое? Ради бога. Мне Кшивка. Господин Кшивка. Вот это все ты... Просто это все... Не мое. Не мое. Этот целый мюзик-холл. Весь этот мюзик-холл. Я не мог. Я не могу. А кого ты еще уважаешь? Кого ты из себя возомнила, Герман? За Далиде? Далиду? Ты думаешь, что люди тут? Или ты думаешь, чтобы... что люди придут сюда, чтобы послушать твои песни? Нет, они, пришли, нет. Чтобы они приходят, чтобы увидеть шоу. И я хочу дать им это шоу. Понимаешь? Сядай, на милость Боскова. Сядь, ради бога. Так же невозможно с тобой разговаривать. Сбирай декорации, наступная сцена! Меняем декорации. Следующая сцена. А что ты хочешь петь? Неважно. Неважно. Не, но важно. Нет, важно. Прошу bardzo. В милости прошу. Иди и пой. Выйди на сцену. Выйди на сцену и пой. Альбо зайди. Или уйди с моих глаз. Я ненавидя Бекс. Я ненавижу Плакс. Ну выйди на сцену. Что то есть? Что такое? Тихо там! Тихо там.
No co? Ну что? Они тоже должны работать. Они тоже должны работать, наверное. Заклинай на милость. Начинай, ради бога. Задив мне. Удиви меня. Заставать уж одна минута. У тебя осталась одна минута. Гори, гори, моя звезда, звезда любви привяная. Ты меня одна заветная, друг не будет. Никогда ты у меня одна заветная не будет никогда. Przepraszam. Простите. Аня? Аня? Пани? Вы? Приехала пани? Вы приехали? Нет, это не я. Przepraszam. Нет, это не я. Извините. Может, помогу? Давайте я помогу. Przepraszam, спешусь. Простите, я спешу. Лучшего. Всего хорошего. Отпроводзе паню. Я вас проведу. Я шукаю пани. Я вас искал. Да? А зачем? Был в Вроцлаве. Я был во Вроцлаве. Только я не знаю вашей фамилии. А на факультете геологии 18 человек с именем Маня. Я действительно уже должна идти, а вас там ждут. Я думал, то есть надеялся, что вы позвоните. Зачем это все? На пана чека там нареченный. Вас там ждет невеста. Она может неправильно это понять. Но... А это уже совсем неприлично. Но у меня нет невесты. Но то паньска жена. Ну тогда ваша жена. Яка жена? Какая жена? Нех пан не ударит. Не притворяйтесь. Звонила до пана. Слухавка поднесла паньска. Я вам звонила, трубку взяла ваша невеста. Teraz rozumiem. Теперь понимаю. Ве пан? Ну знаете. Аня. Аня. Аню. Аня. А та девчина с кафе. А как же та девушка в кафе? Была нареченная. Это бывшая невеста. Жена моего приятеля. А теперь жена моего друга. Збигнева Красинского. Збигнева Красинского. Але ви глупи. Как глупо. Нас на универку. Нас в университете называли Збигнев большой и Збигнев маленький. Я всех своих приятелей. Я всем своим друзьям уши прожужжал, какие во Вроцлаве геологи. А стишлей. А точнее. Jednego geologa. Один геолог. Porządная девчина. Порядочная девушка. Науковец. Ученый. Badacz. Исследователь. А, teraz tylko wszyscy śpiewają. Сейчас все только поют и танцуют. Wiesz, знаешь, артисти. Артисты. Збышку. Збышек. Я мужа тебе. Я должна тебе сказать. Popatrz. Посмотри. От тамтего момента не ношу зегарка. Я с тех пор не ношу часов. Я должна бежать. Але доку... Вечером. Но куда? Вечером. Вечером. Все Аня, вечером. Аня, я... Я вечером не... Я вечером... Аншлаг. Это Варшава. Это Варшава. То Варшава. Это Варшава. А не какой-то там клуб в Шцинедольнем. Здесь один, даже самый мелкий промах, и нас всех отправят коров пасти. Особенно некоторых.
Благо вас. Умоляю вас. Не принести мне стыда. Не осрамите меня. И покажите им. Покажите им. Надо вас стать. На что вы способны? Хитлер. Гитлер. Где Хитлер? Где Гитлер? Герк Шивка. Здесь Герк Шивка. Яцек. 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 Ты уважай. Смотри мне. Без непотребной презентации. Вядомо зараз, так то я. На twarzy uśmiech niby lampa, świecący poprzez światła mrok. I płótny zdarte buty trampa, i taki niepokaźny krok. I wąsik luksus mój, mój szyk, podkręcam go, a wszyscy w ryk. Ten wąsik, a ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten pląsik. I wdzięk, i lęk, i mina, i śmiech, tak jest to ja. Ach, panie, ach, panowie, tak trzeba śmiech, to zdrowie. Titina, ach, titina, to jedyna piosenka ma. Pamiętasz, była raz sobota, gdyś smutny, biedny, sam jak pies, był w kinie na gorączce złota, a jednak śmiałeś się do łez. A pani sobie przypomina, po swej żałobie pierwszy raz, gdyś przyszła na mój cyrk do kina, dostrzegłem w rogu twoją twarz. Zrobiłem tylko tak, a ty zaczęłaś śmiać się już przez łzy. Ten wąsik, ach ten wąsik, ten wzrok, ten lok, ten dąsik. To jego czy czepina, kto więcej światu dał? Świat z niego się, panowie, dziś śmieje śmiech, to zdrowie. Tytina, tytina, to cała piosenka ma. А звезда гаснет. Лучей твоих неясной силою вся жизнь моя. Сияй, моя.
Браво! Ты была прекрасна. Великолепна. Не плачь. Не плачь, глупенькая. Ну что же ты? Господин Кшивка, я ухожу. Что ты говоришь? Что ты говоришь? Уже собралась? Не завчасно. Не рано ли? Прошу мне отдать мой паспорт. Пожалуйста, отдайте мне мой паспорт. Нет. Господин Кшивка. Это абсолютно невозможно. Но я уже решила. Ну то. Тогда я прикую тебе к роялю. Сядь. Не позволю. Не позволю. Ясно? Не отпущу. Я ставлю себе справу, что. Я понимаю, что ты уйдешь когда-то. И возможно уже совсем скоро. Но не сейчас. И не в такой способ. И не так. Хорошо. Хорошо. Панно Герман. Госпожа Герман, вас ждет кто-то у входа. Гость. Не, пани Кшивка. Нет, господин Кшивка, именно так и именно сейчас. Нет, это я вас жду. Катажина Гертнер. Мам для пани пьесенка, специально. У меня есть песня, специально для вас. В холле есть пианино, сейчас я вам ее сыграю. Энергично, сильно. А чем эта песня? О мечтах, о мечтах, о мираже любви, об Эвридике. Катажина, я хочу ее спеть. Можешь сыграть еще раз? Господин Кшивка. Что? Я потребую панской помощи. Мне нужна ваша помощь. Не сейчас. Не сейчас, Анеля. Не сейчас. Представляешь, у Сгурских родилась двойня, мальчик и девочка. Они предложили нам быть крестными. Кто ма такие дивные очи? Контрабас, микрофон вправо. Добре, и трошечка в горе. Хорошо, и немножко вверх. Добре. Хорошо. Над талежем ниже. Над тарелками ниже. Хорошо, Марек.
Иди сюда. Дзień dobry. Здравствуйте. Witam. Здравствуйте. Dzień dobry. Здравствуйте. Witam panią. Здравствуйте. Początkująca. Начинающая. Можем начинать? Можем начинать? Так. Да. Zatrzymajcie się w progu, Eurydyki tańczące, zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ściany, niech was tulą w ramionach Orfeusze. Ja! Płyną gwiazdy jasne, ciała swe tarandły rozwiesza. Na tańczące Jak dobrze śpiewa. Хорошо поет. Rzeka śpiewa pod mostami, tańczy krzywy cień latarni. O rozwarte drzwi to Простите. Простите, госпожа. Пани Анно. Госпожа Анна. День добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Хотим попросить у вас автограф, можно? У меня? Да, мы были вчера на вашем концерте, вы чудесно пели. Где, здесь? Еще раз спасибо. Это прекрасно. До свидания. Анелла. Анелла. Кто куда едет? Не знаю. Посмотри, может, у меня получится. Янечка. Ну и как там, поварь? Ну и как? Посмотри, что у меня. Что ты делаешь? Магда. Магда. Оценки очень хорошие. Ну. Угощайтесь, девочки. Мама? Угу. Ну что же. За выпускниц геологического факультета, за новых первооткрывателей. Девочки, за вас. За вас. Пани Ирма. Госпожа Ирма. Бабчу. Бабушка. Аня хотела вам что-то поведать. Аня хотела вам что-то сказать. Вас... Вас что, уже распределили? Мама. Куда-то далеко, да? Можно и так сказать. Далеко от геологии. Наверное, Зося. День добрый. Здравствуйте. Я еду пани Ане. К Ане. Gratulacje z okazji premiery. Поздравляю с премьерой. То пан то повнесет. Вы, наверное, Збигнев. Так. Да.
Z równoległego roku. Z paralelnego kursu. Ania, dlaczego nie powiedziałaś, że pan przyjdzie? Ania, почему ты не предупредила, что он придет? Ну, а вы, Збігнєв, чем занимаетесь? Я jestem физик. Я физик. Oczywiście, to nie jest to takie interesujące. Конечно, это не так интересно, как Аня на профессии. Да. Мы гордимся. Аня у нас первый геолог в семье. Ну, не говоря, конечно, о ее отчиме. Он погиб в войну. Збігнєв, скажите, а вы давно знакомы с Анечкой? Да, бабушка, давно. Аня, właściwie, уратовала Аня, собственно, спасла мне жизнь. Как? Аня? Да. Да. На шахте. Жея? Как? На Збігнєва неожиданно обрушилась скала. Это пустяки, все с ним уже хорошо, он выстоял. Так, так, Аня была да-да. Просто в поближе. Аня просто была рядом, когда упала эта скала. И чтобы спасатели быстрее меня нашли, все время пела. Через 2 часа. Целых 2 часа. Она мама bardzo piękny głos. У нее очень красивый голос. В прессе написали бы ангельский. Странно. Она ведь не умеет петь. В детстве, правда, любила. Потому что петь для людей – это большой грех. Петь надо только для Бога. Все остальное – от лукавого. Шириш пан памента. Вы же помните, как стрекоза в той басне. Шириш пан веришь в Бога? Вы ведь верите в Бога. Аня, взорвалась. Аня, ты с ума сошла. Прошу bardzo. Простите, пожалуйста. Нам не уж час. Мне уже пора. Как же пирог? Прошу. Простите. Анечка, а что происходит? Ну, добро, то я уж тоже пойду. Ну, хорошо, я тоже пойду. Не провожай меня. Не провожай меня. Герман! 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 Спасибо. Большое спасибо. Надо же на каждое выступление покупать себе цветы. Анеля, возьми. Мне не надо. Анеля, уймись. Оставь меня. Мои золотые. Мои золотые. Анела. Анеля. Мои дорогие. К сожалению, гастроли закончились. Искренне благодарю вас всех за отличную работу. Мы достойны Ла Скала. Каждый из вас достанет премию. Поэтому каждый из вас получит премию в размере 2 месячных зарплат. Отпустите меня. Я знаю, что... Марек, Яцек, я знаю, что ты хочешь упустить меня. Я знаю, за что. Анеля, я чем-то тебя обидела. Отстань. Маленькое объявление. Все вы знаете о ежегодном фестивале польской песни в Ополе. В этом году туда поедет артистка нашей труппы. А бенди нё? Это... Коханка режиссера Анна Герман. Любовница режиссера Анна Герман. Ну что? Ну что? Не видите, раз брав, нема аплаузу. Теперь не кричите браво, не аплодируйте. Смотри, не откуси себе хвост. Ты тоже уважай. Ты тоже смотри. Уважай. Смотри. Ну что? Ну что? Видели все? Вы не знали?
Wyjeżdżasz? Ujeżdżasz. А Ополе? А Ополе? Не надо. Я не поеду. Не хочу, чтобы все мыслили. Не хочу, чтобы все думали, нет, что. Нет, ну так так, очевидно. Нет, конечно. Только я не вем, что. Только веришь. Не знаю. Знаешь ли ты? Маш долг. За тобой долг. До сплачения. На что? А что? На что? Мыслишь, что кто? Ты думаешь, кто похлопотал за тебя в министерстве? И мыслишь, что что? Ты считаешь, что я сделал это из искренней любви к искусству? Что, пан, вы правы? Что вы делаете? Паня Кшивка! Господин Кшивка! Юлиан! Юлиан! Называй меня Юлиан! Не упирайся. Не упрямься, девочка. Не будь наивна. Не будь наивной. Это ведь я сделал из тебя звезду. Сделал из тебя звезду. И теперь мне причитается что-то большее, чем просто благодарность. Да как вы смеете? Правда? Заставь! Поставь. Ту властность поистову. Она казенная. Teraz jestem już spokojny. Теперь я спокоен. Teraz mogę już jechać. Теперь уже могу уезжать. Będzie jeszcze mnóstwo festiwali. Впереди еще множество фестивалей. А таких Анель, их будут сотни. Чем ближе к звездам, тем больше. Да, рада. Я верю. Но не переживай. Я верю в тебя. Ты можешь кого голос. У тебя есть голос. И тяжкая рука. И тяжелая рука. Эй! Замкни дверь. Дверь закрой. Алло? Госпожа Герман, к вам до пришли. Мне? Ко мне? Да, господин Збигнев. Прошу поверить, что не могу. Скажите, пожалуйста, что я не могу. Альбо нет. Или нет? Нет. Нет. Прошу поверить, скажите, что я сейчас спущусь. За минутку. Через минуту. Аню? Аня. Зачем ты пришел? У тебя в дому не хотелось. Аня, у тебя дома. Я не хотел тебя напугать. Не видела, что певание то тайное. Я не знал, что пение это секрет. Я после твоего концерта много думал. Можем мы поразмовить где-нибудь? Мы можем поговорить в другом месте. Припрашам для тебя. Прости, это тебе. Не треба, Збигнев. Не надо, Збигнев. Я утро выезжу. Я завтра уезжаю. Аню, Аня, можем на хвиле. Может, присядешь на минутку? Прошу. Пожалуйста. Надолго выезжаешь? Надолго едешь. Припрашам. Прости. Я выезжаю спевать. Я уезжаю петь. Збигневе. Збигнев. Я не могу быть иной. Не могу быть другой. Я не хотел. Но послушай, я такая, какая есть. И я хочу петь. Я это поняла. Когда? Но остаточно дзисяй. Окончательно сегодня. Разумею. Понимаю. Так что... Припрошу. Прости. Нет, Аня, почекай. Нет, Аня, подожди минуту. Могу что-то поведеть? Я могу что-то сказать? Так, прошу. Да, пожалуйста. Прошу усядь. Пожалуйста, сядь. Бо... Хотел им тебе поведеть, я хотел тебе сказать, что... Значит, справа выглядит так же... Дело в том, что... Я завжди хотел, чтобы моя жена спевала. Я всегда хотел, чтобы моя жена пела. Збигнев. Збигнев. Нет, шапа. Не надо.
Przecież ja dobrze wiem, я ведь помню, как ты смотрел на уличных музыкантов. Порядочные девушки не должны развлекать публику пением, правда? Помалым. Я врал. Бесстыдно. Бесстыдно. Да? И ты вышел с моего концерта из любви к музыке? Нет, я не смог вынести, что ты поешь не для меня. Знаешь что, мне кажется, ты снова врешь. До свидания. Нет, Аня, прошу тебя, прошу. Мне кажется, что именно сейчас я не лгу. Может, это не совсем подходящее место, но я хотел бы сказать, что я... Мне кажется, я тебя очень люблю. И не важно, подходящее ли это место. Збигнев, ты физик, а я певичка. Ничего, я пожертвую собой. Нет, это уже слишком. Аня, послушай, мне кажется, что физик и певица... Так? Да. День добрый. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Анна Герман. Я к Анне Герман. В каком она номере? Минуточку, у нее гости. Как мне вас представить? Нет. Я подожду. Добрый. Хорошо. А я хотела все бросить ради тебя. Не треба. Не надо. Мучишь себя, да? Ты должна петь. Кто с нами? А как же мы? Ты же видишь, какая у меня жизнь. Это не важно. Это не важно. Подождем. Мы подождем. Все правильно. Она живет в этой гостинице, но сейчас она не одна. Ты свободен, Франек. Ничего. Столько ждал, еще подожду. За старые времена. Из-за польских артистов.